Всем привет! Снова с вами Game Dragon, и продолжаем играть в RimWorld Alpha 16. Одного из поселенцев я переименовал, так как вы и просили, ну, один из подписчиков Майпа, вместо этого Чеса, Геса, как он там был, я уже не помню. Итак, у нас тут был недавно налет, в общем, все у нас было замечательно. Итак, продолжаем. У кого-то нервный срыв, как раз у Джесса этого, вот, он же Майпа. А, ребята, вот эти пришли, не помню, торговал я с ними или нет. Они сан. Да, я вот с ним поторговал. Поэтому больше я с ними торговать не буду. Вот, давайте у нас ночь пройдет. И посмотрите, мои все поселенцы. А, вы все решили пойти. И, ну, 20 часов, не такая уже ночь. Потому что на самом деле... У нас то ли затмение, то ли что. Где голод? А, у Майпы голод. Хорошо, мало пищи. Почему мало? Ага, стоп, вообще нифига нету. Какая-то фигня стоять. А давайте мы у них Тимпер, ну вот, буквально поторгуй. Может, хавки какой-то купим. Сухпай у них есть по 16. А, это мои. А у них из еды ничего нету. Ягод нету, ничего, ладно, хорошо. Так, тогда вот вы пошли ягодки собирать, молодцы. Вот тут вот тоже надо собрать. У нас там лето, третий день лета. Это маленькая еще. Так, риса нету. А что у нас здесь? Здесь у нас ткани хорошо, и здесь мы тоже рисом засадились. Отлично. Так, теперь давайте посмотрим. Стоп, вот так. Кто у нас тут фермер есть хороший? Есть ли он вообще пятерка? Пятерка, тройка, двойка, пятерка. А, нет, стоп. Да, пятерка. Печально, я не могу выращивать лечебные травы. Оптовый торговец. Так, приближается караван из Гринсвон. Харукайдор, оптовый торговец. Они прибудут в поселение несколько дней, прежде чем двинуться дальше. Вы можете атаковать их, но это разозлит их фракцию. Перейти к месту. Нет, лучше идите сюда. Хотя их можно атаковать, у них всего 4 человека. Забрать их буйволов. Риск тяжелого нервного срыва. Майпа, ты отдыхаешь, отдыхай. Так, сейчас они к нам прибудут. И надо с ними поторговать будет. У нас... Илюша, а ты что туда пошел спать? А, потому что твоя кроватка как медкроватка. На холоде спать это не очень вариант. Давайте мы назначим тебе Илья. Раз, два, три, четыре, пять. И будет шестой здесь. У нас шестеро как раз. Ой, так тебя отпустить надо. Куда пошел? Ты чего? Ну ладно, раз ты уже пошел... Давайте посмотрим. У тебя общение 0. Кто у нас там был общение? Майпа, по-моему, был общение. Я все время забываю. О, нет. Фишер. Фишер у нас хорош. Торговать. Где Фишер? Вот Фишер. Я думал, ты спишь. Так. Агава. Мясо пумы. Пимикан. 614 по 3. Индейка женского пола. Ингуана. Крыса. Крыса. Заяц. Индейка 300, ничего себе, у меня всего 327. Молоко, яйца индейки оплодотворенные. Так, вот тут вот сейчас купить 4, давайте десяток купим, это 142. Единственный момент, надо не проворонить, чтобы мясо индейки они не понесли и не употребили в почву, ой, в почву, господи, в пищу. Шерсть муфала, хорошо, 600, ой, 262. Шкуры гризли. О, лекарственные травы. Блин, по 31. Они с ума сошли. Надо им что-то продать. Хмель, блоки мрамора мои. По 1.30. Давайте посмотрим, что у нас из ткани есть, чтобы им продать. Штаны из ткани нормально. 120. Продадим. 2. Да, 2 получим. Штаны и шкуры полярного волка продаем. Курка из курка из верблюжьей шерсти. Куртка из верблюжей. Все, это нет смысла продавать. Это 3-5 в единичном экземпляре. Хорошо, здесь из золота это у них.
Штаны из меха енота. Я тут настреляю меха, короче. Пиво. Что тут еще у них есть? Яйцо мы купили. Мясо, пимикан по 3. По 3,8 за штуку. Нет. И так я останусь вообще с 20 монетами. Минди лабрадор ретривер не хочу продавать. Заяц женского пола 28. Нет. Короче, принимаем как есть. Только стоп. Теперь самое главное. Разделочный стол. Нет, вот здесь. Там, где мы делаем простое блюдо, мы должны исключить яйца оплодотворенные. Отлично, не кушать. Здесь оплодотворенные не кушать. И в холодильник оплодотворенные яйца тоже не носить. Сейчас вот здесь где-то было продукты. Мясо, вот животное. Вот, оплодотворенные яйца не носить. А то они замерзают тут в холодильнике. У меня как-то было. И толку от них никакого нету. Поэтому не должны вылупиться. Я, правда, не знаю, как. Как их сделать, чтобы они вылупились. Но главное, что... Вот 10 яиц. Detron duty bin unroofed. Понятно. Значит, их надо куда-то занести. Оплодотворенное яйцо индейки. Если все пойдет хорошо, в скором времени из него вылупится маленькая индейка. Может быть съедено сырым, но приготовлено гораздо вкуснее. Так, готовить я не буду. И я хочу, чтобы Фишер мне перенес. Перенес яйца индейки. Куда он их понесет? Вот сюда. Здесь что пишет? Теперь отлично. 3,1%. Я не знаю, что это. 3,2%. Это, наверное, вот когда 100% будет, тогда они... Тогда они... Что-то потерял. Фишер спит. Илья Панов. Так, для Фишера нет еще кровати. Креатор еще спит. Давай ты достроишь, а? Стоять, строй до конца. И строй до конца. И вот здесь кровать. Пожалуйста, дострой. Нервный срыв, ярость. Майпа. Так, ну. Сейчас будет тут крошить все. О, сейчас тут его эти. Заколбасят. Ой, ой. Риск тяжелого нервного срыва. Майпа, майпа, майпа. Вот сюда. И надо быстро... Где тут креатор? Давай, помоги. Спаси майпу. Да шо ж ты... Вы чё? Спасти майпа. Вы что делаете? Уйдите отсюда нафиг. Коронекса, что ты там о черепах думаешь? Нужны кровати. Я знаю. Кто это тут квакнул так? Так, куда ты понесло? Трупу. Отлично, правильно. Так, верблюды. Здесь все хорошо. Ну так и уберишь до конца тогда уже. А, нет, стоп. Еще для плант проекта несет древесину. Что, еще не все? Подбирает ягоды. Так, где ты? Кто яйца? Кто ему дал яйца? Вы что, с ума сошли? Кто дал яйца? Блин, все, не трогать. Вот я чувствовал, что что-то с ними будет не так. Хорошо, я вовремя нашел, но 4 яйца сожрали. Заразы. Я забыл, что надо им еще ставить форбид, чтобы они не трогали. Вот енота лучше охотьтесь. На кого еще можно поохотиться? Заразы. Что же вы делаете, а? Я тут, понимаете ли, трачу весь запас казны. Бум, есть енот, отлично. Так, эти тут с игуанами и верблюдами, сумками сидельными. Интересно, а как мне сделать сидельные сумки на этих ребят? Так, вот это надо перенести. Перенести, а потом надо будет
Убраться. Строить план труф. Так, нервный срыв. Майпа, что ты здесь делаешь? А ну быстро отдыхать до выздоровления, чтобы я тебя не видел шастающим здесь. Работа. Майпа, ты первый, отдыхайте, пациент. Все верно. Что ты тогда лезешь? Так, креатор. Креатор, креатор. Тогда поубирай иди. Щебень. Стоп. И попереноси вот эти все обломки. Я ж попросил перенести. Так, и это будет кровать Фишера теперь. Вот. Теперь у всех есть кровать. Отлично. И сколько там у Фишера? 19, 24, 55. Короче, хорошо у него тут. Так, температурка у нас 32. Ничего, сейчас летом жарко, зимой будет отлично. Так, еда пошла. Что он с хлопком, по-моему, я переборщил. Хотя на самом деле нет. В том объеме, в котором они его используют, по 50 единиц, а с куста по 10, так что нормально. Так, риск серьезного нервного срыва. Чем бы тебе? Торговый караван уходит. Уходите. Так, сильная боль. Окей, а тебя кто-то перевязал? Да, недоедание. Хорошо, ладно. А дальше ужасное настроение. Ну, извини, парень, голодный. Крампет интерьер. Да, нормальный у тебя интерьер. Жарко. Отвернуло. Ага. Сон на жаре. Так, не ходи. Awful hospital. Ну, да, для госпиталя это не лучший вариант. Так. Креатор пошла туда. Тимпер пошел сюда с коренексом. Надо думать дальше про развитие. Но пока... Что-то тяжко. Так, что у нас здесь? Здесь сталь, по-моему, да? Сталь и металлоплитка. Металлоплитка. Давайте, может, ветрогон поставим. Хотя энергии у нас, в принципе, хватает, но ветровой турбинки нам не достает иногда. Так, хорошо. Куда бы так поставить? Чтобы кусты не мешали. Ну вот. Наверное, так. И здесь будет. На всякий случай сюда. Вот так. Креатор покушает сейчас и пойдет все построит. Да? Несет сталь на Power Conduct. Правильно. Оп. Тут достроила все, молодец. Так, вечер уже. Рубит дуб. Может, ты просто займешься Фишер получил пищевое отравление. Замечательно. Так и убери за собой сразу, Фишер. Куда ты побежал? Нет, Фишер, дорогой. Убрать за собой. Полностью все убрать. Все убрал, молодец. Так. Где креатор спит? Тогда Фишер, ты куда? Готовить простое блюдо? Нет. До... Работай над кабелем. И работай над ветровой турбиной. Ага, ты уже. Уже начал. Отлично. И где ты делся? Спишь. Ладно, бог с тобой. О, у него больше камера на одну. Что-то я просчитался. Раз, два, три, четыре. Все шесть голов спят. Рестлинг не хочет. Давайте, наверное, тогда отпустим. Выпустим. Раз она не хочет, то выпустим. Так, зайчик спит, Минди спит, что там наши яйца? Вот это надо перенести. Что тут наши яйца? 23%.
Отлично. 23 и все. Дальше не... Не происходит ничего. 24, ага. То есть они тут то ли днем, то ли только в тепле. Непонятно, короче. 25. Ладно, работает. Я надеюсь, что вылупится там много всяких полезных стоять. Убери. Пищевое отравление. А, ты куда? Ест кукуруза. Зачем тебе кукуруза? Приготовь еду и перенеси ее просто лучше. Просто перенеси. Так, здесь мы соберем. Соберем. Это соберем. Что это? Золото? А золото может выступать как ресурс денег или нет? Или только серебро? Стали у нас тут хватает. Мишка. Мишка косолапый. Так, это что у нас? Это мрамор. Креатор, ты куда пошла? Приручает зайца, да? Хорошо, приручай. Нифига себе. А есть поближе где-то, где-то заяц, чем здесь? Этот заяц далеко убежал. Заяц женского пола. Давайте найдем зайца женского пола где-нибудь поближе. Я не думал, что они могут туда так далеко уйти. Так, у нас кто есть? Индейка? Нет, у нас только заяц. Индейки у нас... Так, заяц. Вот, женского пола. Вот, приручай вот этот. Креатор. Приручи. Все-таки поближе, согласитесь. Покорми зайчика. Внимание, заяц может атаковать. Кренакс получил пищевое отравление. Не приручил. Шанс 6%. Стоп, а это кто? Заяц мужеского пола. А это заяц женского пола. Хорошо. Вот здесь вот неплохо зайцы бегают, оказывается. Так. Этот лечится. Так, покинул поселение. В здравии отношения с Purple Jack Бобао. Буальбо улучшились на 15. А ну, дети Буальбо. Вот. Минус 68. Отлично. В принципе. Описание. Смотрите, главное, что дикари могут быть как опасными врагами, так и ценными союзниками благодаря своей выносливости, число и навыкам общения с примитивным оружием. Как бы с ними подружиться? Ну вот с этими, например, 11. Еще какую-нибудь дипломатию бы запилили, типа, знаете, заключать союзы там. Вместе идти на врага. Так. Риск серьезный. Да господи, мало пищи, охотника нет, оружия дальнего боя. Нужны кровати. А кому нужны кровати? Здесь теперь делаем обычный лазарет. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть кроватей. Это для мафии, наверное, нужны кровати. Уберем ему здесь медкровать. И сделаем вот так. А его посадим вот в лазарет. И теперь все хорошо. Так, легкий срыв у креатор и у кого-то еще. О, винт-турбина начинает крутиться. Отлично. Мощность по 3 киловатта. Кого бы еще убить? Давайте белок постреляем. Ой, зайчик мужеского пола. Потом будем приручать. Вот, а я сейчас на белок пойдем охотиться. Здесь еще порезать кусты. Индейки пока трогать не буду. Их приручить хорошо было бы. Тогда, надеюсь, они хотя бы начнут плодиться, размножаться, приносить младенцев. Вспышка звезды. Отлично, блин. Я очень рад. Господи, ты бы еще дальше отошел. Это ужас какой-то. Ох, косые, а. По-моему, белку легче было мачете уже замочить, да и все. Кто тут еще у нас гупает? А что это у нас здесь электричества нету? А что случилось?
Не понял я этого. Почему нет? Переподключить. Сколько здесь-то на складе температура? 26. А что случилось? Кронекс. А ну-ка. Ага. Креатор делает куртку, да? А ну давай-ка попробуем. Странное кино. Кабели есть. А ну, креатор, сделай-ка вот этот кабель. Что-то тут заглючило. Давайте мы выключим. Иди вот сюда. Переподключи. О. И теперь включи обратно. Ха. А чего это? Мощность от аккумуляторов. Есть потребляемая мощность 200, но не работает. Интересное кино, однако. Буду думать. Непонятно. Вот здесь тоже типа электричества нет. Тоже электричество. А, блин, ту, вспышка звезды. Оно же вырубает все электрические приборы, а не батареи. Все. Все правильно. Господи, это я уже. Так, что наши яйца? 35%. Чисто через 3 дня в среднем. Так, хорошо. Белок они набили. Риск серьезного нервного срыва. Да что с тобой делать? Joy deprivant. Жарко. Ну, тут всем сейчас жарко. Извини, дорогой. Давайте откроем двери. Кто тут может сейчас ближе всех? Креатор. Не получится. Вспышка звезды прошла. Отлично. Вот, все. Все заработало. Давайте здесь еще минус десятку, чтобы оно быстрее охладило, максимально быстро. Минус 25 внутри. Благо помещение небольшое. Вот, поговори с ним, да, чтобы ему попроще было. Здесь 34. А здесь минус. Все, отлично. Уже еда не портится. Так, еще один день прошел, и чувствую, скоро будет у нас какая-нибудь зараза в виде нападения или еще какой-нибудь такой бешеный животных или людоедов. Что у нас там получается? Ничего еще не сделано. Штаны сделаны. Сделают футболку, потом вязаную шапку, куртки, штаны. И все спят. Все вот так, поголовно. Так, и вот здесь у нас закончилась мебель для освещения. Ждем-с. Так, полностью здорово, мапе. Отлично, ура! Полностью здоров. В или ва. Смотрим, что там у тебя с нужда. О, отлично, раскаяние. Интересная штука, от чего это? Мы явно нищенствуем. Нужно заказать... А, закатать губы и крепиться. Очень низкие ожидания. Ну хорошо. Комфортно ему, отвратительная спальня. Моя спальня отвратительна, 0 из 9. Почему? Нихер там было рогать. Иди социально расслабляйся, убери ее немножко. И будет твоя спальня просто прекрасная. И здесь заодно убери. Вот, сейчас еще и кушать приготовит. Замечательно. Это какое блюдо? Простое. Сидишь, что делаешь? Социально расслабляешься. Ну, расслабляйся. А уже 5 утра. И сейчас наше поселение проснется. И опять возьмется за нелегкие будни выживания. Так, вот этих двоих охотятся. Причем в ближайшее же время. Ух ты! Ух ты, как круто было. Так, что это было? Стоп. Пищевое отравление. Так, носит рваную, мало пищи.
Пыл-пыл-пыл-пыл-пыл-пыл-пыл-пыл-пыл. Молния. Никто не хочет посмотреть. То сейчас начнется. Все мои деревья сгорят. Тушите, пацаны, тушите. И не завалил. И грузовые контейнеры. Что дают? Дают гранит, да? Нет, сланец. Где? Черти где? Пускай лежат. До лучших времен. Мне сейчас не важно. Да, с такого расстояния в козлов стрелять. Ну нормально. Хотя бы попал с третьего раза, а не с 355-го. Так, футболочка, да? Отлично. Новая футболочка. Даже хорошая. Как замечательно. Здесь хорошая футболочка. Штаны, правда, отвратительные пока все. Но, тем не менее. Так, яйца 50 есть? Есть. Два дня. И сегодня уже 12, то считайте 3 дня. То есть, неделю надо на то, чтобы у нас созрели яйца. Надо где-то будет загон им построить какой-то. Я вот думаю, может парочку модов поставить. Там есть, я видел, на заборы моды. Как-то целый загон для них строить из стен. Это как-то странно. Хочется именно забор. Так, сделал футболку, завершена задача. Хорошо. Это что? Вязаная шапка. Знаете, быстро делает уже. Так, здесь пацаны набрасывают. Здесь еще растет. И у нас ни у кого не вырос уровень фермерства. 5, 2, 3, 5, 5. Илья, у тебя когда вырастет? О, еще не скоро. Фишер. И у тебя половина только. И опять... А, нет, это уже Тимпер. Ну так иди расслабься, что ты? Что тут с тобой не так? Депрессивно. Отвергнуто креатором, Фишером 2 раза и Коренексом 2 раза. Понятно. Полном, короче, еда на земле. А чё ты еда на земле? У тебя ж, блин, есть стол. Ну чё вы как дети малые, а? Развлекуха. Найти вам метание подковы. Бильярд не обещаю, как говорится, пока, но... Креатор, ты чё делаешь? Древесина на... Ага, вот построила, молодец. Рум снаружи. Подковки поиграйте. Что с нашими животными? Ничего пока, да? Ничего. Надо было приручить покорности. Технологии не ресерчатся. Так, вот тут можно выключить теперь. Полностью зарядили аккумуляторы. Еще раз посмотреть. Энергия. Кабель вот отсюда. Как бы сделать так, чтобы он отсюда питался? Наверное, надо вот это проложить. Тренирует заяц. Ну, тренируй зайца. Отлично. И поработай. Ага. Уже кто-то начал строить Power Conduct. Тогда посмотрим, откуда она питается. Все равно, да? Тогда давайте переставим вот сюда. Creator, please. Не? Не вариант. А кто переставит? Я просто не хочу, чтобы нас этих аккумуляторов запасных подсасывало. Ага, работать... То есть надо сюда ставить, не туда выбирать. Тогда будет нормально. Все, отлично. Поэтому я хочу, чтобы аккумуляторы оставались спокойно. Так, ну еще один день, это уже третий. Где-то у нас по 10 минут на день уходит. Я так в среднем смотрю на ускоренной третьей скорости. Так. Тут все вынесли. Тут осталось. Так. Хлопок has died from rooting due to being... Ух ты. Кое-какой хлопок
Умер, потому что его не собрали вовремя. Вот так, понятно. Она где-то здесь. А, вот, вот здесь вот. А давай ты соберешь Кронекс. Собрать можно? Или нельзя? Ладно, продолжай. Засадили. Так, тут что, пацаны? Тут надо... пищевое отравление, да бог с тобой. О, кукуруза пошла. Так, если пошла кукуруза, а кукурузы сейчас пойдет много, я вот не уверен, что мне хватит всего объема. Правда, кукуруза, по-моему, не портится долго. Давайте посмотрим. 3 сезона. 2 сезона. Я просто думаю, может сделать какой-то склад полусухой. Ничего не получилось. Почему собрать вот тут у Илюхи, по-моему, или у Фишера? Сделать какой-то складик специально для продовольствия. А что если я сделаю здесь? Внутри 35. Ну, у нас везде внутри 35, потому что здесь хочется где-то склад поближе с едой сделать. Так, хорошо, значит, давайте тогда так, мы вот это выберем, срубим, а здесь поверх, чего у нас тут дерево, 280, ну давайте еще сейчас кое-где срубим, вот так, и на место этого сделаем стену. Стена из чего у нас была здесь? Из мрамора. У нас с вами мрамора 205. Давайте построим копию этой штуки. Так получится у нас. Я вот думаю, здесь дверь. Мне нужен предбанник, мне нужно больше дверей. Так, если так расширить. Вот так сделаем. И тогда наверняка блоки. Сейчас это что у нас? Сланец. Блоки сланца сюда и сюда. Вот так. Стоп, что это? Риск серьезно нервный. Да у кого? У Тимпер. А ну-ка, Тимпер, а что с тобой такое? Ограничение. Тимпер, давай мы тебе сделаем вот так личное время, и ты иди отдыхай. Ты сам, как говорится, этого хочешь. Иди в холодильнике поспи, будет прохладней. А, да, стоп. И покрытие. 50, это что у нас? Это песчаник. Песчаник. 50. Вот так. Вот так у нас получится. Когда закончится это все. Где бы еще песчаника набить? А вот. Вот песчаник. Тихо. И... А нет камня резко у нас. Это скульптор, резко из камня. Make any blocks. Ага. А тогда давайте сделаем так. Sandstone. И сделать sandstone пускай 20 раз. Вот так. И это будет выше приоритетом. Чтобы не... Ой, а зачем я это сделал? Не хочу. Так, они достроили это. Когда достроят двери, можно, в принципе, снести вот эту стенку. Есть такое. И можно сказать им разобрать. Вот так. Легкий срыв нервный может быть сейчас.
Так, тяжело дверь делается из сланца даже. Так, закончили. И что-то надо здесь со светом сделать. Например, вот так. Раз, два, три. Кранекс, куда ты понес? Куда вы все понесли? Фишер, нет, 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 не спать, лампу. Строить лампу сначала. Вот. Ну, теперь здесь будет светло, комфортно. Сколько здесь сейчас? Внутри 5, да? Чё, так мало? Давайте попробуем минус 40 сделать. И внутри так где-то 3 градуса. Чувствую, что надо ставить второй кондёр, потому что не справится. Температура, кондиционер. Холодный будет. Холодный внутрь, вот сюда. Чтобы немножко их разнести, если что, быстренько разделить на две зоны. Ну, это так, мысли вдруг. И мысли вслух. Так, 6 утра уже. Что там наши яйца? 86%, ура. Я надеюсь, хоть кто-то вылупится, у меня разнополый. Так, сколько кирпичей? 22. Покрытие, плитка из песчаника. Вот хотя бы так. Потому что все продукты, лежащие тупо на земляном полу, могут обречь нас на болезни. Здесь у нас из чего был? А, это склад. Стоп, его расширить бы. Область склада. Расширить. Вот так. Нет, киплитка у меня там другая какая-то снизу. Камень тут плитка мраморная. Я здесь мрамором обложил. Ничего себе. Хорошо, не проблема. Недостаточно. Из мрамора. А, здесь уже есть задача. Но ее не хватает. Значит, мы построим мраморную плитку. Будет вообще полосатая. Вот так. Срыв. Майпа. Слушай, ну что с тобой такое, а? Изношенный Deadman бронежилет. Хорошо, выбрось. Так тебе проще? Сон на жаре. Ужасное настроение. Сон на жаре. Но с этим надо что-то делать. Внутри 41. Поселенцы бездельничают. Кто это? Фишер? Нормально, отдыхай. Прошу прощения. Так. А что же делать все-таки с этой жарой летом? Это же у нас только начало лета. Половина. Нет, середина лета у нас за бортом 39. Жарковато, я бы сказал. За бортом. Так, и часть кукурузы унесли. И все нам хватило. И общая температура вот здесь вот. Давайте, ну, не минус 30, наверное. Минус 20. И тогда здесь можно будет сделать минус 20. И внутри будет... Ничего себе, 7 градусов до сих пор. 3. 2. Ого. Два кондера не справляются, да? Ну, по чуть-чуть. Хорошо, минус 10 здесь и минус 10 сюда. И на минус там 5, если мы выйдем, будет хорошо. Ладно. Здесь полная энергия, здесь хорошо хватает. Так, стоп. Это наш заяц, опять простое блюдо. Ой, ты кто? Ты альпака. А если тебя приручу? Альпака, чтобы шерсть с тебя стричь. Альпака женская? Женская. Так, а давайте мы... Ой, не Коронекс, а Креатора. Немножечко переиначим. Ты у нас будешь ученый. Ремесленник в третьем. Портной во втором. Кузнец во втором. Шахтер во втором. Охотник-строитель. И вот... Приручатель ты у нас будешь первым.
поколений. Давайте займемся приручением животных. По той простой причине. 4 из 2, 3 из 20, здесь 2, здесь 2. По той причине, что нам надо готовиться к зиме. Технологии, я думаю, мы сможем изучить. Там зимой, например. Ой, Тимпер пытается. Альпаку. Тимпер, что у тебя за оружие? Никакого, да? Плохо. Ладно. Еще один день. Еще одна. 97 яйца. Так, смотрим. Сейчас будет момент истины. Легкий, нету дальнего. Поселенцы бездельничают. Отдыхайте, отдыхайте. Дышит свежим воздухом. Креатор. Ты закончишь технологию сегодня или нет? Наверное, нет. Отдыхает, нет. Так, наши яйца. 99. 100. Я. Yeah. Так, стоять. И животные. У нас есть птенец индейки. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Было бы 10. Две девочки. Три девочки, три мальчика. Замечательно. Всех их приручить. Всем поставить... область для животных моя. Вот область для животных. Где она тут? И домашняя. Область для животных. Да. Пускай здесь лазят. И пусть растут. Это прекрасно. Это прекрасно. Было бы 10, конечно. И что это значит для нас? Это значит для нас то, что надо будет их каким-то комбикормом. Жара. Отлично. 50 градусов. Снаружи 25, ночью 27, полезла. Температура 30. Что ж будет тогда вот здесь, если этот гейзер еще? Здесь у нас сколько? Минус 2. О, минус 20 накочегарило. Отлично. Просто замечательно. Внутри 28, 29. Здесь 28 где-то держится. Этот работает на единицу, да? Давайте тебя будем на минус 40 гнать. А сколько тебя можно? Ого, на минус 100. Интересно, что это будет с тобой, если у тебя хлопок умер опять, неубранный. Что же если на минус 100 тебя загнать? О, так нормальная температура падает. До 35. Сразу упала. И все равно полезла день. День на улице 43, внутри тоже полезла 40. А давайте эти двери закроем, попробуем. Сейчас закрыть и попробуем, что здесь накочегарит, если внутри. Так, креатор, а ну закрой быстро двери. Хватит. Или пусть добьет уже технологию. Так, этот закрыл, отлично, и этот закрыл. И внутри пошла температура 44, когда гейзер испаряет. И 41, когда... Нет, на улице в этот 47. Хорошо. И тогда еще сделаем следующее. Еще один кондер мы поставим вот здесь. И попробуем, что из этого выйдет. Так. Здесь надо, наверное, достраиваться. Вот сюда. Постройка из дерева. Дерево, конечно, опасная штука с точки зрения постройки, потому что может это все закончиться пожаром большим. В прошлый раз мы с вами помним, как это пожаром и закончилось. Ну да ладно, посмотрим. Внутри 46. Креатор зафигачил, нифига себе. Разобрать здесь, разобрать здесь, разобрать здесь. Ну давай тогда разбери еще там же так. Ага, ты кондер сначала строишь. Это тоже правильнее. И давайте минус сотню здесь загоним. Ну так, для эксперимента. И будем смотреть, как теперь внутри. Внутри минус 50. Ой, плюс 50, извините. 51. 52. 50. 49. 45. 50 градусов. На улице у нас 54. Ну, я бы сказал, что у нас внутри все равно лучше, чем снаружи. 47, 50.
Гейзер бы еще как-то закрыть. Цены было не было. Так, 17 еды есть. Кимпер учит, приручает наших индейчек. Есть, отлично, покорность. Две уже животинки покорны нашим желаниям. Что же у нас дальше? Ой, у нас и время уже закончилось, слушайте. Ну, давайте тогда заканчивать, действительно. И продолжим уже в следующей серии. Всем спасибо, с вами был Game Dragon. Сегодня мы наконец-то прожили спокойную серию. Это прошло почти 5 дней, без налетов, без ничего. Мы вылупили вместо 10, к сожалению, 6 индеек. Доучиваем технологию, я думаю, наконец-то. И дальше будем жить и развиваться. Значит, склад мы расширили тоже. Постели у нас стоят, и надо будет куда-то двигаться дальше. Готовиться к зиме в любом случае. Все, всем пока.